В августе этого года завершится ремонт на автомобильной дороге Кизляр-Тушиловка. В рамках проводимых работ планируется усилить основание дорожного полотна, уложить асфальтобетонное покрытие и провести весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Сегодня на объекте задействовано около 15 единиц техники. С помощью современных машин восстанавливают и закрепляют трассу автодороги, прокладывают искусственные сооружения и водопропускные трубы.